которая, наверное, для меня очень важна. Навьюченных скарбом верблюдов, что тучами важно плывут над моей головой, с собакою воют на бледное лунное блюдо, плывущее в небе, в котором колышется море. Сердце радугу, от края до края Ладоги, разведенных мостов питерских объятия для тебя, запах июльского стога и клеверный мед на губах у любимой, две гибкие нивы, сплетенные ветви, соломенный ветер и небо, накрывшее куполом синее море. Граница которому синее небо, небо, которое спит и качается на море, море, в котором плывет по волнам это небо. Все паруса в красный, и руки сплетаются, руки две тонкие ивы.
июльского стога солодный ветер. И долгая счастливая жизнь, долгая счастливая жизнь. Под небом, заснеженным небом, простуженным морем, морем, в котором для неба достаточно места, небом, давно ставшим морем, морем, пролившимся с неба. Канонников, да, мы спасибо за прием. У нас сегодня прилетел. У нас сейчас будет пара объявлений. Вот, сейчас у нас будет небольшой перерыв. Тут вот видите, а столик. Если выключат звук, то я смогу шнур выдернуть. Столик, да, с дисками. Никому не будет больно. Много чего. Просьба, если кому-то что-то надо, то лучше деньги под те диски, которые вы берете. Потом еще денежное объявление. Если кто-то вдруг не заплатил и хочет заплатить за вход, то можно обратиться в кассу. Вы нам, так сказать, поможете и поддержите нас этим действием. Сейчас объявляется перерыв, надо чуть проветрить. Желательно только его не растягивать, потому что время у нас, правда, очень уже поджимает. После перерыва нас ждет выступление Тимофея Ролякова, нашего долгожданного гостя из Беларуси, поскольку у нас вот в том году не выступал город Могилев.